не разъехались. Грузовик врезался в легковушку прямо на границе Ленинского и Первомайского районов. Обе машины ехали по Крылова. МАЗ в первой полосе, иномарка во второй. На перекрестке с Гоголя малолитражка повернула вправо. Молоковоз был забит под завязку и не успел затормозить. Авария попала на камеры СТО, расположенного неподалеку. Легковушка развернулась на 180, вылетела на зеленую зону и врезалась в забор. Теперь здесь огромная вмятина. Отвалились два диска и зеркала заднего вида. В салоне француза было три человека. Хозяйка авто, ее мама и дочка. Водитель отделалась легким испугом. Остальных госпитализировали в больницу с небольшими порезами. Я ехала по второй полосе, поворачиваясь с улицы Крылова на улицу Гоголя. И в меня врезался молоковоз. Вот. Я так понимаю, что он ехал по первой полосе, по запрещенной, но хотел меня обогнать. Почему? Потому что получается, что движение было уже на мигающий зеленый свет светофора. Шофер грузовика отказался от комментария. Кто прав, а кто виноват, выясняют сотрудники ГАИ. Анастасия Шевцова, Владимир Гребеневич, Бобруйск 360.